Добрый день, меня зовут Виталий, компания Boston Technic. И сегодня вашему вниманию я хочу предоставить вот такой вот мини-трактор-экскаватор в комплектации с куном. Значит, что я здесь могу сказать? Прежде всего, это 244-й мастер-ярд, китайское производство. Трехцилиндровый двигатель 2010 года, 17,6 кВт. То есть я вам специально зафотографировал. Резина в отличнейшем состоянии, кун в отличнейшем состоянии. Наработка есть. Значит, на что я хочу обратить внимание? Ну, прежде всего, да, там по резине я прошел. Резина вся в достойном, хорошем рабочем состоянии. Да, на дверях есть немножко там ржавчина, там, да, что-то такое, там, облет краски. Но это бэушная техника, как бы здесь 2010 года. Здесь бесспорно. То есть он работает, мосты работают, полностью все. Вот любому абсолютно там заведем, покажем. Аккумулятор сейчас снят, увезен, соответственно, для того, чтобы его просто-напросто не украли. Вот, его сняли, убрали. Обратил внимание, что есть потеки. Есть потеки. Прежде всего, кун был поднят, как мне объяснили, да, и вот отсюда через шланги, соответственно, спускает. То есть через два дня кун сам опустился. Вот. На это, соответственно, сделаем скидку, потому что, ну, не готовы, соответственно, ремонтировать сами. Можете посмотреть состояние цилиндров, состояние штоков, да, то есть здесь видно, что наработки такой прям значительной нет. Вот еще раз, резина, фильтра, трубочки. Но опять объяснили, что купили, думали, что отец будет работать. Отец, ну, для него, говорит, это для меня маленький тракторишка, да, то есть, ну, не готов. Как бы вот поэтому его, соответственно, и продают. Еще одно колесо показываю, что оно в отличнейшем состоянии. Вот, сама экскаваторная установка. ВОМ рабочий абсолютно. Вот, демонстрирую. То есть садимся, вот они рычаги, вот он ковшик. Фотографию ковшика я вам также приложил. Сама установка 2011 года. Пальцы в отличном состоянии. В комплектации к данному трактору, ну, за эту цену нет, которая будет указана на Авито, но фактически, то есть абсолютно новая фреза. Фрезу даже не устанавливали, она стоит в упаковке. Вот, купили, думали, что отец будет работать, ну, к сожалению, произошел отказ, поэтому данный трактор продается. Вот, еще раз обращаю внимание, вот он шток, наработка есть, но она незначительна. 2011 год. Вот, все на местах. Все рычажки. Ну, я говорю, здесь все полностью в рабочем состоянии. Вот такой тракторишка у нас появился в продаже. Кому необходим именно вот, ну, я так понимаю, что он для дачных участков очень будет хорошо подходить, там, на пруды. Вот, ну, не мне решать, сами посмотрите. Самое главное, я вам делаю видеообзор данного трактора. Кун 2010 года. Так что вот такой трактор есть в наличии. Кому необходимо, обращаемся. У нас уже все есть, готово к реализации. Ждем ваших звонков.